Второй вроде день, третий день. А говорят, что вот ветра не было, прям сюда дым весь, да, тянуло? Было. Но по ночам обычно дым весь. Здесь и все. Тяжело дышать, просто жалуются. Под вечер, да, мы вот с детьми вообще выйти на улицу, если... Дома сидим? Дома сидим. А открываем двери только когда дыма нет. Да? Это когда ветер появляется, да? Всю ночь был дым. До 7 утра мы полностью, тут даже вот не видно было берез. Все было в дыму. Вот этих вот, да, через 10 метров. Да, все было в дыму вообще. Как спасались? Все закрыто, двери полностью, окна. Все закрыто, чтобы не попало. Все равно дышать дома тяжело. Первый раз же у вас такой пожар? Да нет, это у нас, как обычно, каждый год. Каждый такое, год? Да. Но у нас обычно не с этой стороны горит лес. Обычно с другой стороны, со стороны Рижа горит. А в этом году здесь вот. Но МЧС не приходило, не предупреждал, не говорил, что там закрывайте окна как-то. Нет, никто не приходил. Спасайте детей. Нет, никто ничего, вообще никак.